что прошло меньше суток. И вот из такой купленной болваночки, она была чуть больше, получилось два вот таких поршня с нержавеечки вместо взамен вот этого уставшего 25-летнего. Ну и сразу подвесной подшипничек еще нам сделали такой, вместо резины он вышел из стали. Очень надежный, завтра испытаем. Ну, главное, поршня, нержавейка. Не должно с ними теперь такого происходить, как сейчас. Тут немножко от кулачков осталось это, но я думаю, ничего страшного. Вот наш рулевой демпфер, наш плаза называется, очень крутой. Одна плаза стоит, еще две сейчас поставим, должно помочь. Вот наши колодки немножко стерлись. И завтра все испытаем.